Урок 5. Эквализация композиции в режиме аранжировки. Часть 2. Регулируем средние частоты во втором треке, выбрав в окне Control Chooser пункт Gain Mid. С помощью точек разметки настраиваем средние частоты таким образом, чтобы они начинали звучать в начале второго квадрата с громкостью минус 3 дБ и по прошествии 16 ударов восстанавливали громкость до 0 дБ. Таким образом, мелодия второго трека будет плавно и незаметно вливаться в микс. Теперь настроим средние частоты для первого трека. Уменьшим их громкость до минус 3 дБ в той точке, где восстанавливаются средние частоты второго трека. Затем сделаем плавное уменьшение громкости средних частот, установив громкость конечной точки примерно в 2 раза тише громкости начальной. Вернемся ко второму треку для настройки высоких частот. Сделаем плавное повышение их громкости от начала трека до второго квадрата, где громкость достигнет стандартного значения 0 дБ. В той же точке в первом треке установим понижение громкости высоких частот на минус 3 дБ. И далее плавно понижаем громкость до минус 9 дБ в конце трека. На этом эквализация и сведение первых двух треков завершены. Прослушаем результат. Далее третья композиция помещается в первый аудиотрек, а четвертая композиция во второй. И с ними производятся действия, описанные выше.